И движение в мяч. Нулкалка. Ну, мапуни талпа. Вот ашая. Пуни талпа, а ты. Вот, Надежда, вот это правильно. Приставной шаг, достала мяч и сохранила его. Поправляй, Саша, пяточку ниже. Поправляй его себе под рабочую ножку. Начал тренерскую деятельность в 87 году. А работал первый раз с женским футболом с 90 по 93. Затем распустил девочек, потому как не было финансовой поддержки. И вот в 2014 году набрал другую группу и начал тренировать. Вот на сегодняшний день имеем то, что имеем. Три группы, вот сделали селекцию маленьких девочек, 8, 9, 10 лет. Under-16 у нас группа есть и группа национальный. Футбол – это величайший вид спорта, на мой взгляд. Единственный вид, кстати, который называют его величество футбол. Ну, наверное, вот этим и выражается любовь к этому виду спорта. А женский футбол, он даже интереснее где-то. Почему? Потому что девочки, они немножко и жестче. Они не прощают обид в поле и так далее. Поэтому с ними интереснее работать вот в плане руководить. Когда тебя слушает девочка, исполняет все. Футбол получается качественный. А когда не слушает, конечно, уже начинается психологический момент. Объяснение, разговоры и так далее. Все это проводится. На мой взгляд, мы начали расти и неплохо. Будем надеяться, что не будет упадков. Все будет идти в гору, в гору и в гору. Просто пятка вниз, подошва кверху и подработала. Вот, повернула Галик вправо, он вправо ушел. Повернула влево, он влево ушел. Конечно. Но при этом нужно сделать еще и движение вперед. Ты себе его подрабатываешь. Я считаю, вот игровые виды спорта, они самые сложные. В них очень сложно добиться результатов. Но если команду сплотишь, научишь их друг друга уважать, любить, они как сестры-близнецы. И вот тогда работают в коллективе просто один за всех и все за одного. Акцентирую внимание на чем? На работе. Чтобы они росли. То есть в техническом плане, в плане мышления, периферического зрения и так далее. То есть стараемся давать им такие тренировки, чтобы они соображали быстрее. Потому как в футболе говорят, у тебя на принятие решения есть доля секунды. А уже разбор игры покажет, прав ты или не прав. Дай передачку. Отё. Шивём адус, юзгат, ади лукрат, кук саша, анцелесь? Емедят. Нума пентру астат, читери, треди факут. Мишкаря. Фэу, атыт.